На самом деле я люблю мужчин постарше, но вот если тебе... Постарше это сколько? От 36. Как будто бы ей нужен, ну, не молодой человек, а уже вот, ну, при смерти который, знаешь, под капельницами лежат. Почему, кстати, расскажи. С молодыми мужчинами мне не о чем говорить, а со стариками тоже. А могла бы встречаться с человеком или любить человека, у которого нет денег? Давайте подумаем. Вот вам, пожалуйста, немножечко викторины. Варианты ответов. Ну, значит, он тупой.